Нет, просто жесткого человека. Дизонор, ты здесь? Иди сюда. Дизонор, паладин, иди сюда, пожалуйста. Шустрый, Зинаида Пал. Я здесь, я в своем окно. Зинаида Пална. И поставьте разбор. Оставил рыбу возле себя. Какой там пояс упал? Шнурованный ремень нерубского ловца, да? Короче, каску, лапу, интеллект, Поклонский, иди пей, не пульте босса, находим куклу, короче, нормально. Поклонский, стой, дай ремень, пожалуйста, если не отдал. Потом заберешь, давай. Отойди, пожалуйста, от него, Руид, находим куклу. Омоложение и буйный рост. Отойдите от куклы всех, ебать, петов, не пульте. Чья-то собака побежала, я думал, моя, испугался, это правда моя. ШП, отойди от куклы, Фротон. Петов возле себя держите, смотрите, чтобы вас не спут. Сразу переводим, да? Да, стопать не будем, сразу перейдем. Сейчас я скажу, когда. Подходите, милики, нормально. К боссу. Не пульте, милики, не пулим. Подходим просто к боссу, становимся там, где вам надо, не пулим. Стопать не будем, ничего, сразу прожимайтесь и переводим. Давай, на счет три начинаем. Ход, а еще куклу. Раз, два, три. Из луж выходим по-любому. От зеленого, ну короче, к столу бежим на переходке. Вышли из луж. Давайте к столу, побежали быстрее к столу, быстрее, быстрее к столу все. Смотрим дебафы свои. Бьем слизней по дебафу. Пораскалывай броню красному, бьем слизней все по дебафу. Бежались к цели зеленого, все в цель зеленого быстрее. Красный смена цели, я блинканусь. Что-то я ничего не чувствую. Все, смотрим. Сейчас будет красный выходить. Слушай, выходим, смотрим за колбами и пельменями. Колбы, не замедли красный. Послужи будут еще. Потай куклу, хорошо, омоложение, буйный рост. Смотри, на колбах не умри. Пельмени летят. От красного отошли. Все ушли от красного. Милики под зеленый экран, РДД к столу. Все в красного играем. Быстрее рейд в красного. Милики, РДД, роги, коты, всех уярим красным. Давайте, милики под зеленый экран. РДД в звездочку. Отошли от колб. РДД в звезду, милики под кран под зеленый. Спиной к РДД зоне. Пельмени, смотрите, влево сместились. Обратно стали. Давайте в цель зеленого. Добиваем. Бьем зеленого. Колбы, смотрите, 5 секунд. Пельмени смотрим. Убежали от красного. Все от красного слизни бежим. Далеко все от красного.
Пельмени и в красного играем. Давайте в красного все. А сколько на 30 или на 35 переход? Переводите. От колб отошли, колбы лужи. Все к столу прижимаемся. К столу рейд. Смотрим по дебафам. Дизонер к столу. Лагает, сбегайте с цель зеленого. Красный, беги. Цель зеленого, это я. Не дайте мне умереть, я вас изнасилую. Красавцы. Красный смена. Все, бегаем в цели зеленого, бегаем. Все бегаем в цели зеленого. Сбежали с цели. Дал на хп. Все, смотрим за пельменем. Давайте рост надо было давать, конечно, во время слизни, но ничего страшного. Колбы смотрим, бьем босс. Как неожиданно. Не поднимаем, бьем босс. Дожить до конца и умереть в самом конце. Со званием бессмертный. Это опечатка. Там как? Добьем, в принципе, да? Да, добьем. Не надо ничего делать. Поднимите лок. Пояс за 10% нужен кому? Эстай, тебе нужен пояс? Покины в завоевателе 300 кп. Эрма в РК у тебя ник, Эрма в Ардру. Ты либо нажимаешь кнопку, либо у тебя на голос стоит, у тебя постоянно эхо какая-то. Не делай так, пожалуйста. Сойду пару минут. А пояс нужен кому-то? Просто дали, потому что мне на спек. Если да, то да, если нет, то нет. Какой пояс? Не рубсковал овца, он не свой на эхо. Портанись, пожалуйста, сова из инста. А там паролили, пояс забрали его на альфаре паролить. Этот. Сова есть в РК на замену? Да, сова, да. Какой у тебя пояс? Алло, куда вы звоните? Вергилий, это ты, что ли? Ну да. Шаурменчик, заходи, блядь. Я кинул. Да, он присунул уже. Спасибо большое. Зинаида Лап. Пал. Зинаида Павловна, я понял. Напиши этот. Войду, сколько ИП там у тебя начистит. Войд, определи, сколько ты ИП пацанов. Срочное обстоятельство. Войд отошел, уже нет. Напомните, пожалуйста, когда он подойдет. Какое право есть? Да я не знаю, как считать, как он там считает. Он как-то высчитывает, типа, чтобы честно было. Да ты считай, ты все. Шурупец. А ты можешь узнать? Что за пидор меня переименовал? Танк. Аспектнис? Нет, там никак не пишет. Рупет, спектнис танка. У кого есть танк, спектнитесь танка. И очень медленно начинайте агрить этот трэш. Я поставил шкаф, сумоню сову. И отойду, пожалуйста, делаю себе чай. Или прошу сделать, сейчас определимся. Поклонский тут? Погнали. Дайте бафы по сове, буду очень благодарен, пожалуйста, паладины.
300 баф дайте, пожалуйста. Алло, Кристобах. Все, у меня переехал, короче. Сам не был пути. Присты, поднимайтесь вверх, там, типа, это контроль, там, туда-сюда. Давайте как Осина лейтенанту контроль. Елораж тактику левым одну. Давайте. Так, давайте кралька лейтенанту левому, ЕЛРАШ тактику и кто-то еще командиру. Сейчас, подождите, пусть пройдет патруль. Да, уже нормально. Давайте. 3, 2, 1. Погнали. А, командира заберите. Агрона мне.
Так, это что там, дожили? Да, все. Поставьте рыбу, пожалуйста. Давайте. На кинетике. Охотник, Войд и Фротон. Поставьте рыбу, Алло. Рыбу возле меня, возле звезды. Кушайте рыбу, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Пристабав лапку. Пристабав лапку. Оксана, обнови МК, пожалуйста. Давайте подходим поближе, чек на пол. Нейкист и Бахус. Что не так? Тёма готов? А давайте. Когда тут Старфол можно добавить? Да как соберут танки. Короче, Ахант и Рога на пул Талдорама на Гелда. Ахант и Рога на пул Талдорама на Гелда. Подходим. Наши силы едины! Арсенал был досадным недоразумением. Сила сферы позволит вам... Хант, Войт и Фротон, кинетика. На вихре сакру прожми, пожалуйста, по клан. Давайте, сакра, и отбегайте от босса. Точечно килисета, смотрим за агро, не бьем АУЕ. Вихрь в центре возле звезды Аршамы, смотрите оба. Ба-бам. Кинетику бейте. Кассена, 13 стаков. Стопани, пожалуйста. А чё он не исчезает? Не двигайся. С меня тоже не исчез, забей, ничего не делай. Кан, тоже не бегай, забей на него. Он перестанет сейчас стрелять. Всё, с меня исчез. Я, наверное, отведу от него. Хантане достаю, хилните его. Боже мой, сейчас умру. Сука. Блять, почему я один это сделал? А что ты сделал? Да я стоял в упор к вихре, и я один умер, никто не умер больше. Да добейте уже, мне стыдно мертвому лежать, ребята. Алло. Келесета бейте. Спасибо. Не надо Берга.
А сколько нормальная сова дамажит нас руке там? Спасибо. Опять ничего не упало, все по клонскому отдал. Что надо забирать? Чекайте из танков, кто может. Давайте какой-то на командиру Ялараш тактику. Сейчас иду, подожди. А сколько крита надо сове? Давайте, 3, 2, 1, стуть. Либо, зачем ты Рейгина вон там Дарксайда кикнул? Или это все один и тот же человек? Один и тот же человек. А че ты вот кикнул? Не помогает в рейдах. Он же вообще в другой гильдии сидит. Сияние вроде. Я вчера писал насчет РС. Можешь помочь? Он был на БГ, сказал, что сорян, я пойду спать. Сразу офнулся. Но через 40 минут заходит снова к кассовому. Мне это не понравилось. Веселый парень. Чего там на ком уже? Совет. Ой, ну совет убили на лайн. Я мог прочитать это заклинание. Гудалок вообще не появляется? Нет. Даже что-то ВКонтакте по мне не отвечает. А я думал, что Гудалок это ты. Мы твои мамка и папка. А есть какие-то тот, кто шарит за сову, типа что там как собирать, потому что я не догоняю, мне требуется помощь гильдии. Да есть. В клубе одеваешься, все камни на СПД и крит хуячишь и идешь воевать. Насколько минимум крита, потому что вот у меня от гнева, ну типа, блин, оранжевая херня, короче, не прокает вообще. Только на лунный огонь. Че за тупой вопрос? Это минимум крита. Гнев шатаром был. Ну я хуй знаю. Где-то 50% надо. Наверное, 100% надо. Минимум, тогда, да? Для мага там 70, типа, да. А для совы хуй знает. Для совы 100, по-моему. 100 крита. Дайте, пожалуйста, мне бафы. Если кто-то умирал, ему тоже бафы. Элвину и Бестмоду бафы. Коту и Войну. Войду? Да, у меня все есть бафы, спасибо. Нет, Диман, не будем на это. Давай два хила на ГП, блядь, и все на. Да не, ну два хила это если. Давайте я зайду хилить, два хила, тогда захилим. А сейчас, блядь, упасть из-за того, что Джерин хочет яйца свои выкатить. Угу. 300 баф, пожалуйста. Так зайди, чё ты, блядь. Дать сказку по вару. А обоим ГП по косарю давайте, если угодно. Ребята, 300 баф. 300 баф. Вот, дай 300 баф. Да, да. Стоим все на месте, чек на пул, по моей команде только танки вперед. Дизонер, давай я тебя поменяю, если лагает. Вот, чё мучиться? Ты просто с профа, я видел, что ты от зелёного даже не мог отбежать. Портуйся в Долоран.
Сейчас Пал портуется и начинаем. Есть там кто-то, Ретрик нужен на замену? Есть? Либо пойдешь Ретриком? Поищите пока. Там с гильдии кто-то. Я пока не могу. Давайте танки, начинайте. Только танки, вы стойте на месте. Рома, ты специально ко мне пришел? Аккуратнее, пацан, на надене. Давайте рост. Рост давать? Да, давайте. Даже Аршаму укусили, а меня не укусили. Это заговор какой? На какой вообще ДПС на сурке был? Кто-то помнит? 294. У нас слабый ДПС. Я сдох на сурке, у нас там 10 человек по 9 КДПС было. 294 это еще нормально еще. Вот еще боб дали. Да, коту боб дали, короче, 4 хила или сурка, то есть как бы. Чина за 10% нужна кому-то? Бля, то за суток просто играть, пиздец просто. Мы последние 20 лка в 3 хила пронесли. Токен покорителя на роль. Давайте речи на трэш, чтобы еще убить 3 РС.
Да не, что-то вы долго. Он на леди 2 вайпа был. Релла, Релла, скажи, кому мне заливать ману? Быстро, мужчина. А мне что, не лили маны? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Рома, это походу заразно. Не, если буду пить ману, так я чашку лучше один. Ты что, что заразно? В чате. О, вы можете сейчас рейдом забанить кого-то человека с чата, нажав правой кнопкой мыши, это спам. Кого? Давай вот тыквер попался под руку. Погодите, а... Ладно, важно. Давайте РДД, череп дамажим. А чё, может два РТУ назначить на шустрого, чтобы по КД манулили? Я бы тогда чашку одел, не парился по мане. Ну, братишка, на Синдре, на пятом боссе, который сейчас будет, я буду ордру. Не, чтоб два РТУшки шустрому ману по КД лили. Вообще жирно будет, я бы чашечку одел тогда сюда. Я сова. Я сова, говорю. Не, неважно, два друида, чтоб шустрому лили, я тогда чашку одел, вообще по мане не сильно. А за второго шамана ты не переживаешь? Ну тогда ладно, тогда не буду делать. Второй пусть экономит. Не-не, я не жадничаю. Один шаман полностью забитый на крит дух, а второй с чешкой. Ну я на хосту забитый полностью. И на хосту бот. Почти там пару камней только поменять. Я вообще шаманом не вожу. Дебильный класс. Ну, как сказать, на любителя. Шан, ну, хочешь рейд трипнул? Ссылка. После смерти. Блядь. Ебать. Дайте там что-то по напулам. Ну, кто ж звездопас пул сразу дает? Комик один. Да я любая просто еще не научился за сову играть, успокойтесь вы там. Я ардру, если чё. Я пицца? Да. Да, блядь. Его это холик. Сковородки в артру. Только я буду летать. Долетай, блядь. Да ладно. Охуенно. Дайте каску под рулем, пожалуйста. Или можете меня выбрать цели, чтобы не тратить реагенты и дать точечно. Пожалуйста. В каску. Антон, ты там же работаешь? Антон, у тебя фотки тёлки сисястые были на странице. Да, тебе не стыдно такое выкладывать? Антон. Они вообще твой голос слышали, да. Какие-нибудь сиськи показывают? Ты там же работаешь? Да. Молодец. Бейте сестру эту свалу. Сестра заливит. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Как
какой феерический финал! Давайте, короче, сковородкер, Джерион, Зандари и шустрый шам в порталах, летаем за звездочкой. Эста на рейде хилит и Вальку рейд, два приста хилят и Вальку рейд тоже. Поставьте рыбу, пожалуйста, дайте бафы под рулям, только я падал, только я умирал. Короче, мне не понравится, как вы тут дамажите, я вам ГП ёбну. Потому что у нас ДД мало, я вам предлагаю напрячься. Поставил. Сзади, возле входа. Мозги у вас пропадают, блядь. Нейкист. Нейкист, и тут вот этих мобов сразу гневом небес застаньте. Все готовы, начинаем. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для возвращения. Вот этот мне нравится, мобы даже дойти не успевают. Пойти уходу и пойду часовой. Пойти часовой. Сука. Еще одни не будем городовы. Уже, наверное, не надо. Чем вам еще одни? Надо, не? Алло. Не, ну прям. Еще один портал. Ты выйдешь, будет 90% у босса. Куда тебе ростом? Сейчас бы дали захилили и все. Заклинание.
Ебать, она бежит за мной. Шаман, не сдохни, но. Давай. Военный рост, профитный. Я излечилась. И Зера, даруй... Хилили. Секунду, похилили. Тогда, когда я говорил бы за хили. Шея на танка нужна кому-то на мейн? На офф за 10% надо кому-то шея? Хуйня какая-то реально падает. Извините, мне же стыдно перед вами. Я пока не могу прочитать это заклинание. Поставьте, Виталик, поставь внизу шкаф, суманите дипломы. Я не помню, только диплом, ты кулаки, по-моему, бафаешь. Ой, нет, каски, диплом каски. Войд в хиле, оставайся, остальные все в своей спеке. Отойду на 2 минутки. Кто не отошел АФК, всем плюс 200 ИПа. Кто сейчас у меня в рекаунте будет? Чё-чё? Все в АФК уходят? Как гуси в АФК уходят. Да, тащи, тащи, Ханк, красава. Это был Хантом в рейде, я не знал, что это Хан делает, короче. Дайте на пол. Дайте боб скоровод, сковор. Не надо. Сковород. Думаешь, что в этой гильдии не пидорас. Ты просто случайно на нее кинул, да? Хильте скоро откира. Ты чё, мы еще 5 целка не собирали за одну КД. Вообще никогда. На этой или на этой неделе. Вообще никогда, мне кажется. Нет, там канал каждый день какую-то неделю собирал. Давно еще? Может быть, когда не было УДЫ. Да, да, да. Летом прошлого года, может быть. Мне там даже сердце сломано не хватало. Зайдите за клонус.
И два целка тоже. В адептах такого точно не было. Ребята, они стресс добились, уманите, пожалуйста. Не, в день было в адептах. Мы же собрали два параллельно рейда. Два параллельно рейда собрали? Которые не собрались? Да. Не, скилла еще. Не, в адептах, я говорю, в адептах собирали два параллельно рейда. Да, один раз ходили два параллельно. И один, и раза три, наверное, было такое, что типа там в субботу и воскресенье в 3 часа была ЦЛК, и потом в 7 вечера, но они всегда что-то хуёво заканчивались. Который в 3 он нормально что-то проходил, а который в 7 вечера он залупно как-то все время проходил. Раза 2-3 такое было. Можно? Так что в 7 вечера РТ, после него еще одно ЦЛК, такого не было. Вынес, можно заходить? Да, заходи. Забавно. Ну, самый быстрый рейд был при мне в адептах, самый быстрый. 2.14, а тут, по-моему, 2.01, короче, был рейд. Тут самый быстрый рейд. Не рейд, сейчас. А именно момент. У нас пул. Самый быстрый рейд, 1:47, тут. Вы отчет неправильно ведете на 2. На 2. Просто меньше за 2 часа проносит. Все отчет от пула всего трэша, а не от пула ребра. Потому что до ребра надо еще бить трэш. Не поверю. Пиздеж какой-то. Короче, с пула ребра был 1:42 на старом канале. А трэш 5 минут. Просто чтобы не фаша и были хорошие ДД. Где ты там? Тотема уберите. Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Погибни! Кстати, а 2 РС за КД. У нас же тоже давно такого не было. А чего Талик прокает? А трое насекомых? От дот. Лунный огонь, рой насекомых и от чахлости. Талик, а ты ШП. В хилы только 5-я группа. И Лараш, ты здесь? Богдан. Бафы типа какаски, кресты, кулаки там на всех, кроме престов. Не убирай мамонта. Все, спасибо. Лараш здесь. Ребята, короче, кто будет хлопать, я вас в жопу выебу. У-ху. Поэтому хилы тоже не хлопайте. Если один хил есть без магии на первой фазе, никто не копит стаки, не хлопаем. Если на второй фазе, то скажу, кому выйти в сторону и... хлопать. Все буду называть ФРК просто. Если на вас освобожденная магия кинулась, выбежали далеко от рейда, скинули один накопившийся стак случайно, вернулись и стоим в рейде. Если я увижу, что вы дамажите с краю рейда, даже на первой фазе, а потом вы мне скажете, ну я на первой фазе, я никому не мешаю, я ебану вам ГП. Если мы вайпнемся тем, кто будет первый по хлопкам, тоже ГП ебану, сразу говорю. Если там отметки... Сейчас... бомб или от притяжки сдохли, тоже ГП. Всегда Лараш ФК, если чё. Фрос шмот танки надели. Елараш, ты тут? Какое ФК, блять, у нас... Пулим без типа, сейчас чек на пул. Приступал.
Добав, давайте, если что, БРом поднимем. Все готовы? Давайте, спускаемся. Третью ауру там поставьте, паладины ауры распределите, вам 4 ауры можно поставить, вас четверо. Кто не копит магию и не дохнет? Джерри, он Зандарь, не копим магию. Все Локи не копим магию и Фротон. Джерри, он не копи. Беги, малышка, беги! Все шаманы, Стая, Оксана, Максим. Максимус. Метки рейндж друг от друга набрали. Разошлись, набрали рейндж. Увидели 200 тысяч у склепа, перестали его бить. Склеп 200 тысяч не бьем. Все остальные бьем без дот. В центре между склепами. Смотри, как я в воздухе вижу. Еще раз в центре между склепами. Шаманы, большую волну в себя покастуйте. Левый и дальний склеп не бьем, в центре падает. Правые склепы дамажим, алло. Слева близко падает. Левые склепы, два левых склепа, стоп ДД. Фротон, гимн на ХП разбиваем. Фротон, гимн на ХП. Никто не копит. Два хила магия, все нормально, никто ничего не копит. Стоим в куче. Беги, малышка, беги! Никто не копит. А ёб твою мать. Максимус Шустриша, Максана, Фротон, Войтхилл. Хлопнули, вернули звездочку стали. Максимус, повесь свой СС на Джерриона. First Life, ты свой СС на БДК, на Гелда. Метки, набрали рейндж. Рейндж друг от друга набрали, серьезный. 200 тысяч увидели у склепа, стоп ДД. На лестнице справа. На лестнице справа, очень близко. Еще раз там же. Не вижу, где... Слева близко, там же центральный склеп и стоп ДД. Стоп ДД, сука, в склепы. Еще раз на лестнице сзади слева. Никто ничего не бьет. Давайте, разбиваем. Разбили без гимнов. В левый самый склеп, фул ДД. Все в левый склеп. Хорошо, заебись. Ноль стаков на всех. Один хил всего с магией, никто ничего не копит. Гляньте, Синдра поплыла куда-то. Вас тоже на месте ходит она? Ага. Да. Беги, малышка, беги! Сорян, интернет выйдет. Да ничего. Заходи. Стоп, 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 стаки. Три хила с магией, никто ничего не копит. Шустрый шам, держишь танка. Очень сильно держишь танка. А чего там все в звезду стали, вторая фаза сейчас начнется.
Звездочку стали, первый склеп под босса. Милики бьем, ушли милики, сковородки под босса. Милики ушли. А чё, меня там ушли... шлем поднять, вставать? Да вставай, но ты не встанешь, ты же в зацелка. А, да. Чем вы потратили БР, я не понимаю. Ноль стаков на всех. Два хила магия, ноль стаков. Шаманы держим танка, нейки с подбосса. Не бьем, да, не бьем фили. Склеп. Склеп, не бьем фридом БДК. Хорошо. Отбежали, отбежали. Кокосина, гимн на ХП. Считай гимн. Разбивайте склеп, дайте рост. Оксана влево, 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 маг влево. Бьем босс. Бьем склеп. Милики пускай босса бьют. Блять, тупо по КД. Не копим стаки, два хила магия, не копим, шаман и танка держим. Ноль стаков, хант под босса. Хант под босса, разбили ханта сразу. Разбили, разбили ханта. Бьем и стаи под босса. Больше, пожалуйста, не БР, если я тебя не прошу не БРить. Нахуя ты не просто заходи, так не БР в пустоту дала? Не заходите во фрейм, на краю фрейма стойте. Ло-ло. Давайте, бьем. Да ебать, ну я в этом бою вообще не дамажу. Шурупец под босса шурупец. Ноль стаков на всех. Два хила всего магия, ноль стаков. Войд, держи танка. Не бей. Гимн на ХП, Войд. Хорошо, молодец. Бьем склеп слева. Вердру в склепе слева. Вот, Зандари под босса, Эршам, под босса, Зандари. Ушли Мелизона. Левее станьте, левее. Бейте склепы и все, следующий склеп в сторону. В сторону, кот. В сторону, добиваем босса. Сука, заебало! Заебало, блядь! Весь бой, блядь, освобождён, сука! Не лутайте, босс. Зачем вы лутаете? Кольцо на мейн нужно кому-то? Кольцо на офф за 10%. Токен покорителя на мейн. Да, меня кто-то надвинул. Джерион, ты тут? Да зачем мне токены твои собачки? А кто забирал из вас токен? Вот ты забирал токен, да? Обычный, да, геровский еще нет. Нет, геровский не забирал. А кто забирал геровский покоритель уже? А, геровский я не забирал. Оксана она забирала. Питкинс. Че ты мой взорван? Рэл. Этот только избранный. Ага. Мне надо уходить. Чего? Говорю, мне надо уходить на работу через 15 минут собираться, Максимус. Иди, конечно. Это какой класс? Локон.